пестрелок, наверное, целый месяц. Да? А это кровь у тебя, если да? Если ты готов. Да, да. Вот, кровь вылез, ага. После, вот она. После стрелок месяц вот еще. В общем, вот пока он еще не готов. Вот ему еще 2 недели. 10 дней. Видишь, какой вот он толстенный, и вот да. У них и головки здоровые. Да. А у меня он и не вырос, но уже он глубоко, видишь, как? Вообще его, Ира, вот так надо открывать. Надо. Я поленилась. Да. Не, а он заползает туда, он залазит. Да, он видишь, залазит. Если бы я его открыла, он меня не уполз бы. Вот. А я его не открыла, поленилась. Вот. Какой? Вот он. Ну, понимаешь? В общем, короче, он вырос, стрелка вылезла, ее обломить, несколько оставить. Да, ну там, ну. Да, не надо оставлять. Да зачем оставлять? Не надо. Не, ну это так. Это я пропустила. Ну, все равно хорошо. Не, ну хорошо. Удобно, удобно. Да, как мы. Да. А еще вот он, надо вылез, гадать, как хороший он... вырос. Вот тут, это семена. Вот тут маленькие бутылочки, маленькие. Ну, как да, чернушка. Да. Да, маленькие. Вот если ты их, не обязательно пихать, сделал полосочкой, насеяла, как говорится, насеяла, и у тебя будет вот такая кругляшечка. Вот это самое то. Это у тебя обновленный, самый хороший, да. Вот это вот, Ирина, вот тут у меня из полосочек я сажала, а вот это у меня все вот из этих кругляшек. Я обновила весь этот самый. Мне привезли... Посевной материал. Да, мне привезли с Орла. Несколько штучек, 6 штучек. Я посадила и взяла от них семена. И вот это я рассадила. У меня вот это все обновленное. Так это они у тебя вырастут, созреют и будут семена, да? А вот я сажала вот такую кругляшечку. Я поняла. Ну вот эту бутылку, на которой да. На бутылке. Ты а вот посадила. Какой он у меня вырос, я сейчас... Вот из одной бутылочки вот какой. Да, ты да. Видишь, Ирина? Вот это? Вот. Вот они, вот. Вот их посадишь, посеешь. Вот но они раскрыться должны, вот по они. Идее-то. Прям вот смотри, раскрыться. Не обязательно даже... Вот он готовый. Mm-hmm. Не обязательно, говорю, даже... В землю пихать их. Я вот там сажала просто вот ну, как морковку. Поняла? Да. И закрывала. И вот он у меня это. Вот они у меня. Вот этот чеснок, вот этот край у меня, вот этот. Половину грядки я так посадила, а половину вот. Это у меня, вот видишь, он даже еще больше. Обновленный, да. Вот. Я сажала вот эти вот полы. Видишь, какой крупный, видишь? Полы. Да, сейчас убери. Я бы не брызгала. Нет. Это крыжовник. Ну, я не брызгаю. Это... Но он имеет в виду, есть можно, а не да, брызгали? Да, пустовал. Мы уже ели. Стоим. Мы это, даже не спросили. Это крыжовник без цветов. Это ты уже их обломила. Это, да? Ну, у тебя бутылка. Вот так и ты посади, вот и разведешь. Подожди. Вот эти вот головки чаще созреют, получится такие семена. Да, они вот откроются, да. Вот эти семена. Я тебе говорю, сажаешь как морковку. Все, вот. Поняла. А потом сажаю вот морковку. Она вырастет вот такая штучка вырастет. Вот. Наблюдаешь, вот как я ногу чешу, да? Потом вырыешь. Вот хитро улыбаешься. Благостную какую-то там ситуацию нашу. Вот это все сажала. Вот этим кругляшками обновлен. Это самый... И можно несколько лет его вот потом уже дольки сажать. Вот теперь я уже... Вот я могу сажать дольки. Возьми, Серёжка. Это когда? Осенью сажать? Когда качать его? У нас весна. Я не знаю, когда у вас весна. Нет, это все весной сажать, да. Ну, а зиму чеснок у тебя бывает? А зиму? Это мы под зиму сажаем. Это мы сажаем под зиму. Это и есть от зимы. Это от зимы. Приехать и кинуть. Как хрен поймешь, что ты просто за ним следи. У тебя вырастет бульба. Вот эта бульба, когда точно так же, вот она отпадет, вот она созреет, она вырастет и тебя кругляшок. И вот этот кругляшок потом посадишь, он вырастет в настоящую луковицу. Вот так вот посеешь, вот посадишь, да. И вырастет вот такая кругленькая. Угу. Это вот самый посадочный материал, обновленный. Ну, вот у меня больше полгрядки вот этого обновленного. Это мне несколько луковиц привезли с Орла. Дали мне, хороший, я вот развела. Да, не один момент. Петя! Ну, а сейчас он бросил.